Всем привет, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2. И я думаю, что это будет у нас финальная серия, финальный эпизод. Мы попали в лабораторию. Вот. Пойдем сейчас какие здесь дела. И смотаемся отсюда. Так, а для начала нам нужно подать энергию. Заходим в морозильник. Тут сейчас надо взять, как его там называется, предохранитель. Так, аптечка. Тоже возьмем. Кассету. Почему нельзя? Криво встал, что ли? Подготовили предохранитель. Теперь его нужно только вставить в нужное место. Подали энергию. Теперь можно немножко исследовать лабораторию. Так что у нас место. Место пока есть. Так как сейчас придется брать огнемет. Вот, собственно, огнемет. Пригодится. Лабораторный журнал безопасности. Меры обеспечения безопасности в случае ЧС. В случае проникновения биологической угрозы, все меры обеспечения безопасности будут касаться подземной транспортной системы. В случае обнаружения каких-либо несоответствий в перенаправляемом грузе, все материалы будут автоматически перенаправлены из загрузочной зоны к указанному скоростному поезду, а далее изолированы и немедленно уничтожены. В случае угрозы класса 1, весь поезд будет уничтожен без промедления. В случае заражения самой лаборатории в качестве пути эвакуации будет использоваться северный коридор, который обычно используется для транспортировки груза. Этот коридор ведет к пересадочным пунктам за пределами города. Разглашение любой информации касательно проводимых в лаборатории исследований или самой лаборатории строжайше запрещено. Так как основным приоритетом является сохранение в тайне любой информации об исследованиях, при определенных обстоятельствах доступ к эвакуационным маршрутам может быть перекрыт. Так, включаем газ от биологического оружия, угрозы, или как там, оружие. Временная регистрация. Временная регистрация пользователя для зала экспериментов с культурами. Имя пользователя – гость, пароль – нет. Действительно, 24 часа. Запомним. Так, надо поджарить вот эту штуковину. Так, у этого чувака ничего нету, да?
сейчас у нас здесь? Ах ты, ладно. Цапнул все-таки. Ну ладно, не критически. Патрончики от ружья. Кстати, снова ружья, еще так и не стреляли. Надо будет пошмалять сейчас немножко. Так, здесь-то ничего нет. А, не надо. Берем огнемет, сейчас будут там такие неприятные растения. Я больше всего их ненавижу, блин. Все сдохли. Отлично. Возьмем ружье, пошмаляем с ружья. Отлично, два выстрела и готов. Так. Ладно. Траву пока оставим. Может, пока не пригодится еще. Целиться в него. Блин. Отлично. Готов. Еще один. Ну где ты? Сдох. Сдох. Так, здесь трава тоже пока не нужна. Здесь у нас, по-моему, никого нету. Так, что мы можем выложить? Ходим с ружьем. Так, можно взять ключ-карту. Находится она здесь. А, дурак. Ладно. Вернемся. Ключик-то от шкафчика не взял. Ладно. Недалеко убежали. Возьмем улучшение для магнума. Будет шмалять как проклятый. Вот так тебе. Просто полтела разнесло. Блин, в дверь выстрелил. Да ладно. Ух ты, нифига себе.
Ну, полам его. Сломал. Ну-ка, давай-ка. Тебе как-то взорвёт. Ты еще у нас не получил. Да ладно, живой. Так, взяли ключ-карту. Все, по-моему, здесь больше ничего нету. Личинки попадали. Возьмем огнеметик, убьем сейчас мотылька большого. Не понял, чем горим. Ай-яй-яй-яй-яй. Хоть не трава, но блин. Может. А, еще одна осталась. Ну, ладно, чё. Тебе достанется дробь. Вводим гость. Ай. Все, теперь можно. Можно валить обратно. Здесь мы все закончили. Магнум. Отлично. Убираем, берем УЗИшку. Сейчас с нее толком не постреляли. Так, а сейчас там должны быть эти... растения, блин. Хоть тогда их поджарили, но все равно они там появятся снова. Попал все-таки. Че, может уже с ним разобраться? Ай. Все, сдох. Надеюсь, больше они там не появятся. Раньше постоянно просто пробегал мимо них. Вот.
Ключ-карта готова. Так, еще одна аптечка. Еще патроны для магнума. Так. Давайте-ка пошмаляемся. Сейчас на секунду почувствовал себя Рэмбо. Ты убил моего мужа. Я знаю, что ты ищешь. Ты пришел за вирусом G, не так ли? Но ты никогда не получишь его у меня. Это наследство моего мужа. Нет. Где этот шпион, с которым ты работала раньше? Ты знаешь, о ком я говорю. Что? Ты действительно ничего не знаешь. Ты такой наивный. Она одна из тех, кого послало агентство. Единственная причина, по которой она пришла сюда, это добыть G-вирус. Ложь. Нет, это правда. Я узнала это, когда проверила ее биографию. Она была очень близка к Джону и стала его девушкой, чтобы получить информацию про Амбреллу. Этого не может быть. Я знаю ее. Эйда не могла сделать такого. Если ты не веришь, что мне все равно, ты все равно умрешь. Что случилось? Самоуничтожающаяся система была активирована. Она не может быть отменена. Всем рабочим следовать к экстренной машине на боковой платформе. Так трубой огрело вообще. Жесть. Все, активировалась самоуничтожающая система. Надо валить от Седова. Леон. Я ждала тебя, Леон. Что ты делаешь? Ты знаешь, что здесь к чему, поэтому передай другим вирус G. Невероятно. Аннет была права. Во всем. Это то, что ты просил оставить со мной, но ты не послушал. Теперь передай это. Не заставляй меня стрелять в тебя. Ты не можешь сделать этого. Эйда! Эйда! Я держу тебя. Не сдавайся. G-вирус. Леон. Все кончено. Просто позволь мне уйти. Ты должна сделать это! Да очень поздно. Лео. Мы оба это знаем. Нет. Я обещал тебе, что мы сбежим. Ты просто должна помочь мне выбраться отсюда. Я действительно хотела бы убежать с тобой, Леон. Убежать от всего. Эйда! Нет, это...
есть то, из-за чего все умирали. Все, валим, теперь валим. Некогда нюни распускать. Трагический, конечно, момент, но... Время поджимает. Там и так дофига. Сейчас возьмем Макрон, потому что предстоит сейчас встреча с финальным боссом. Финал обещает быть жарким. Магнум у меня взят. Говорю, возьмем магнум. Патроны от магнума возьмем. Аптечку. Сразу выберем. Наш самый крутой ствол. Собственно, и то место, где сейчас будет финальная битва с боссом, с Уиллем Биркином. Уже мутировавшим. Держи. Здесь сейчас придется немножко попотеть. Как он тут будет прыгать, лазить. Ай-яй-яй-яй, нифига он такой меня сожрать захотел. Умный нашелся. Thank you.
Еще пару раз, наверное, выстрелить. Давай, прыгай. Собственно, все. Смотрим финальный ролик. А, ну, почти все. Лайн сюда. Лайн. Ты в порядке? Да, все нормально. Все уже позади. Нет. Я должна найти своего брата. Верно. Это только начало. Прощай, Эйда. Ну все, я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. До новых прохождений.